Друзья, всем огромный привет! У нас сегодня 25 сентября. Вчера у меня не было ни влога, ни консервации, никаких рецептов, ничего не было. Сон был, еда был, монтаж был с утра. Все, больше ничего не было. Ну, короче говоря, вчера был такой передых, но он какой-то был такой вынужден. А мы еще вечерочком с Игорем собрали силу в кулак и быстренько сварили супик. Вкусненький, хорошенький супик. Ну и все, поужинали, опять отдых. Вот так день, и так вообще быстро прошел, и вспомнить нечего. Ну, тоже надо. Ну, а сегодня Игорь отвез Лизунечку на художку. Тра-та-та, я только что купила молочка и иду, короче говоря, в погреб за баклажанами. Буду делать салат из баклажанов и морковки по-корейски. И причем буду снимать, запишу рецепт этого вкусненького салата. Так, вот еще ящик огромный моих синих. Ну тут килограмм 6, но на салат мне этот нужно 3 килограмма. У меня еще есть помидоры, сливка, перцы, вон сколько. И может Игорь еще созреет сегодня пойти за виноградом, тогда сварю баночек 5. Ну а если не сегодня, так завтра точно, а то ж виноград не вечный. И за сумкой я пришла, сейчас консервацию снесу вниз, мои огонечки. Вот кто ждал, кто приглашал, кто рад? Я с Киришей не дружу, он меня не слушается, так я с ним вообще не дружу. Вот мой огонечек из синеньких. Я снимала этот рецепт. На канале он есть. В описании прикреплю ссылку, кому интересно. Сейчас я уже подписала его. Сейчас в сумку загружу и в подвал на хранение. А это виноградик. Мы продолжаем есть. Вот это Лидия. Ну а вот этот такой был красивый, короче, из этой серии. Мы весь съели, почти ящик. И вот еще один ящик остался. А вот я еще великое дело сегодня совершила, наконец-то. Не так долго, не так сложно, как вот что-то зависнет в воздухе. И потом не могу сделать его долго. И потом как вроде подвиг совершил. Это у меня семена помидорчика сливки. А это семена помидорчика медовая капля. Мамочка давала. Именно помидор уже такой был, чтобы именно снять семена с него. В общем, помидорами мы точно обеспечены, как и, наверное, всем остальным по семенам. Так, пошел мой Игорь за виноградом таки. А Кирюша сегодня какой-то ультра непослушный. Что-то он сегодня съел какую-то бесстрашную таблетку. А ну зашел, давай, давай. Ты смотри, даже папу не слушается. Давай, давай, давай. Давай. Заходи домой. Вообще уже. Знаешь, ну, прекрасного тебе виноградосрывания. В общем, решил Игорь еще идти за виноградом. Ну, класс. Сейчас у меня будет и консервация баклажанов. И варка винограда, короче, два в одном. Ну ничего, прорвемся. Я принесла с погреба 3 килограмма баклажан. Вот они, мои красавчики. Сейчас я их перемою и буду нарезать. Так, ба-бам. Что это такое? Просто маленький баклажанчик. Как петушок заливается кукареку. Так, одно ведерочко, да, ты принес? Молодец, куряки. Ой, погода шикарная, да? Даже жарковато, если бы не ветерок, было прямо жарко. Ну да, я сегодня еще выходил, думаю, сегодня какой? 25 сентября, да? Угу. Погодка шикардос. Ну, чтобы запоминать. Вот именно она. И запоминать солнышко, это вот камера. А солнышко, так, ветерок. Что ты там запомнишь с года в год? Ничего не запомнишь. Полотно надо уже собрать. Пусть стоит. Погодка, что ж, видишь, шикарная, летняя. Набирайте, вот он. Thank you.
Я пошел дальше. Ну ты дал. Крутой ты. Ну, Дашенька бассейн уж будет. Ну, Дашенька баночки моет, все заняты. Ты ж не только ты, да, то там. Деловой Игорь. Такой деловой. Ну ладно. Ой, красавчик. Кудрик. Кубрик чи кудрик. Кудрик. Кудрик, по-моему. Да, спиренький, вкусненький такой. Вкусненький как раз насочек. Вкусненький. Бесстрашные куры. Ну, я уже сделала один салатик по-корейски. Теперь он должен отстояться 6-8 часов. Но у меня получится, что до утра он хорошо простоит, промаринуется. И уже утром буду его по баночкам раскладывать и стерилизовать. И вот в 18:37 я только ставлю себе мою соковарку. Буду начинать только варить сок. Натрамбовала кастрюлю, соковарочку мою. Все, надо чуть-чуть передохнуть полчасика и собраться с мыслями. Еще один делать сегодня из баклажанов салат или нет? Ну вот это я маленькая полностью, 8-литровая ведерко высыпала. И вот у меня еще два ведра, 18 и 12 литров. Вот это мне на сегодня еще нужно все сварить. Да должно где-то банок 5 трехлитровых быть. Маленькая передышка. Сделала себе чашечку кофе. Солнышко село, так хорошо. Вышла подышать свежим воздухом. А то типа классно так в селе жить, на природе. А то огород, то консервация. И никто эту природу и в глаза не видит. Вечерок такой хороший, сверчок, слышите? Класс. Легкий ветерочек. Хорошо как. Ну, если бы еще не ездили эти дрынчалки. Не зря я выходила передохнуть, подышать свежим воздухом. 5 часов утра. Закрыла 6 банок виноградного сока и 2 салата из баклажан. Вот 6 баночек одного салата и 5 пол-литровых и 2-литровых банки другого салата. Баклажаны с морковкой по-корейски. Ну, в общем, управилась. Все, пошла спать. Так я, конечно, еще не закрывала. Столько всего одновременно и в большом количестве. Да уж, ну, что-то бывает впервые, друзья. Поэтому всем спокойной ночи. Пока-пока. До завтра.